Еще один, ребят, способ, как проверить жесткий диск, все ли с ней в порядке или нет, это же, конечно, программа Disk Revival 4.0.4. Мы ее запускаем, и, то есть, получается, как? Она сначала записывает мелкие фрагменты, вот удачная запись у нас 178 гигабайт, и вот у нас вот записывающие наши файлы, то есть, ошибки записи 0. Файлы пользователя не тестируются, это всякие разделы и все остальное, но это как бы нам и не надо. Но вот удачная запись, то есть у нас вот идет постоянно наше место, и мы с вами, программа сначала все записывает, то есть, грубо говоря, это тест записи, и оно забивает не просто так там. Допустим, хотите фильм записать там на 1,5 терабайта, а у вас там место в конце осталось там 200 гигов, и фильм не запишется. Оно записывает вплоть до 1 мегабайта. То есть, естественно, здесь будет точнее этой записи. И, естественно же, после записи идет чтение. И мы проверяем ошибки на чтение, все ли у нас в порядке, все ли у нас правильно. И вот еще одно применение хорошей программы Disk Revival, это проверить ваш диск, все ли нормально, не сыпется ли, и все ли хорошо, и посмотреть, сколько потом будет ошибок чтения и записи. В моем случае пока это цифра 0. В общем, такое дополнение к видео. Всем спасибо, всем пока.